такое звезда? Звезды – это которые светят на небе. Это маленькая точка. Это планеты в космосе. Это солнышки маленькие. Звезды нам кажутся маленькими, потому что до нас только лучи их доходят. А на самом деле это огромная рулевая такой камень. Они светятся в темноте, но они никуда не попадают. Утром их не видно, а ночью видно. Вот когда вот туман не закрывает, ее можно увидеть. Звезды – это шар такой очень огромный. Огонь, когда к нам приближаются, они разного цвета – фиолетового, розового. Зачем нам нужно солнце? Чтобы оно освещало, а без солнышка у нас будет всегда ночь. Она нам дает тепло и светло, чтобы видеть. Если солнца не будет, то мы ничего не будем видеть. Чтобы никому не потеряться. Чтобы оно согревало снаружи землю. Чтобы было светло, тепло, уютно. Солнце нам не нужно, оно нам дает силу, чтобы прошли цветочки, чтобы лето было. Оно больше всех планет, это солнце. Но оно еще очень горячее. Оно у нас еще когда лето, и мы ходим на пляж, оно нас обогревает, когда мы загораем. Что такое северное сияние? Северное сияние – это явление природы. Ленточки на небе, когда все переливается. Оно бывает только на севере. И там, где очень красиво, сливаются краски. Ну, наверное, красные, зеленые, розовые. Изумрудным, синим, зеленым, еще белым. Все. Что такое снежинка? Это капли воды, только замерзшие. Снежинка – это кристаллик маленький. Она похожа на звездочку. Такая холодная, вот такие вот там, ну, полоски. Например, вот так. Или, например, вот так. Они выглядят круглыми. Когда зима идет, она падает. Снежинки – это которые падают из снежной тучи.